Возвращаясь из Тургинова в Тверь, на выезде из Зелинского меня догнал трактор. Так как дорога шла в небольшой тягун, а тренировка носила восстановительный характер, то моя скорость составляла всего 23-25 км в час. Но когда подвернулся такой шанс, то во мне проснулся русский, который любит быструю езду. В итоге я выпустил товарища на смену, и мы несколько километров проехали в паре, с ветерком. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Дорога пошла под гору, и я начал накатывать трактор. Мне ничего не оставалось, как поблагодарить водителя и продолжить свой путь в одиночку.